Итак, друзья, всем привет! С вами снова Виталий, и мы продолжаем. В этом видеоуроке я вам расскажу про уникальнейший сайт. Это сайт Sales Processing. Давайте мы сразу перейдем на сайт. Ссылочка под видео. Нажимаете. И для начала работы вам нужно зарегистрироваться. То есть вводите ваше имя, придумываете пароль, подтверждаете пароль, вводите почту и вводите текст картинки вот на английском А и цифры 126. И нажимаете зарегистрироваться. И вам, скорее всего, на почту придет письмо для подтверждения вашей почты и вашей регистрации. То есть так как я зарегистрирован, я уже нажимаю вход. И сразу попадаю в свой аккаунт. Вот так выглядит мой аккаунт. Сейчас небольшое отступление. Сайт Sales Processing прошел обновление, и теперь боковое меню у него разворачивается отдельно в вкладочке. То есть в видеоуроке записано, что боковое меню здесь развернутое. Чтобы вы не путались и шли по уроку, просто раскрываете боковое меню и выбираете те же самые закладки, о которых говорится в видеоуроке. Здесь самое важное вам сразу зайти. У вас здесь, видите, у меня здесь стоит галочка «Телефон». У вас здесь не будет еще этого ничего, но у вас здесь должна быть кнопка «Ввести телефон». То есть вам нужно будет ввести телефон. Для чего? Потому что когда вы будете выводить деньги, то, скорее всего, вам первый раз позвонит оператор, чтобы вы подтвердили аккаунт, что это ваш аккаунт. Поэтому вводите сюда достоверный телефон. Без этого вы не сможете вывести деньги. Хотя были случаи, что оператор не звонил. Но чтобы не, как говорится, не искушать, то вводите достоверный телефон, чтобы все у вас не было никаких проблем. Вообще я рекомендую заходить всегда в раздел, давайте мы посмотрим, вот раздел настройки здесь есть. Вы можете зайти и там отредактировать свой аккаунт. Email ваш должен быть здесь вот подтвержден, ваш ID, ваше имя. Вот, вот так вот должно примерно выглядеть. Вот как у меня мой email и мое имя Виталий ID. И потом у вас вот такая галочка будет, что телефон подтвержден. Так, что нам нужно здесь? Здесь вы будете получать сопутствующий товар. Но первое, сразу после регистрации вы можете получить подарок. То есть в разделе подарки нажимаете подарок. И здесь будет выбор различных подарков. Это бесплатно. То есть вы можете активировать этот подарок. То есть здесь, видите, вы можете получить несколько долларов, даже до 50 долларов. Но по факту 50 долларов здесь не дают. Но несколько долларов, 5, 10 долларов, 1 доллар, вы сможете получить подарок на самом деле абсолютно бесплатно. То есть как лучше выбрать подарок? Я для себя выбирал подарок вот этот за 15 долларов на 180 дней. То есть этот подарок, он будет распределен на 180 дней, и каждый день вам будет начисляться определенная сумма, которую потом вы можете снять. Минимальный вывод здесь 1 доллар. То есть, как вы видите, у меня сейчас на балансе вот здесь 675 долларов. Вывел я отсюда уже где-то около 500 долларов. Вообще сайт суперовский. Вообще, сейчас я вам все расскажу. Как выбрать подарок лучше всего? То есть, выбирайте что-то среднее, вот там за 10 долларов, за 15 долларов. И смотрите, когда вы заходите вот сюда, получить этот подарок, вот как вы видите, рекламка транслируется, баннеры работают, за это денежка поступает. То есть вот так вот вы будете тоже получать пассивный доход. Вот видите, я даже во время записи получаю сейчас пассивные доходы. Так вот, когда вы переходите, здесь есть кнопочка «Статистика выплат». Вы нажимаете «Статистику выплат» и смотрите. Смотрите, вот вас интересует вот этот раздел. Ой, вот этот раздел «Выплаты». То есть если выплаты идут 100%, то значит это классно, то есть вы выбираете вот именно этот подарок, то есть вы ищете тот подарок, где будут выплаты 100%, понимаете, и желательно небольшой, там 10-15, то есть начните, вот я вам рекомендую 15 долларов, самый оптимальный вариант, то есть начните с него, если там в статистике выплаты 100%, активируйте, если нет, тогда выберите себе там подарок, может быть за 10 долларов, короче, я думаю, вы поняли с этим, как активировать подарок, и когда вы выбрали, то есть статистика вас устраивает, то есть выплаты 100%, нажимаете получить. Получить этот подарок можно только один раз, и нельзя здесь делать мультиаккаунты, чтобы получать подарки. То есть сделали один аккаунт, получили подарки, вы здесь заработаете намного больше долгосрочно. Я вам все расскажу, как здесь зарабатывать. Поэтому, то есть выбрали подарок, нажимаете получить. Все, ваш подарочек активировался. Посмотреть вы его потом можете вот здесь вот в разделе «Мои покупки». То есть у меня, наверное, здесь его не будет, потому что он скорее всего... Вот, сейчас... Вот, free 15, да, у меня уже закончился мой подарок, он отработал. И вот, как вы видите, мне сервис из 15 долларов, я получил 8 долларов 44. То есть, эти деньги я получил, я их вывел отсюда. Вот эти 8 долларов я получил просто как подарок.
Поэтому, ну, это действительно работает. Следующая, смотрите, уникальность этого сервиса. Вы, приглашая сюда людей, вы будете зарабатывать за каждого реферала $0.5. Первое, вы получаете подарок. Второе, это за рефералов $0.5. Сейчас я, где тут у нас главное? Я покажу вам, где это написано. Вот. Зарабатывай на привлечении друзей. Приведи друга в наш сервис и получи 0.5 просто за то, что он зарегистрировался у нас. И по 0.02 за каждого из его друзей до 10 уровня. Здесь реферальная программа 10 уровней. Ваша реферальная ссылка находится вот здесь, в разделе ссылки. Здесь вы можете сделать ссылку на главную страницу, на страницу регистрации. Вот как я вам делал, как вы переходили, вы сразу переходили на страницу регистрации. Вот по такой ссылочке. Ну, об этом мы поговорим в разделе рефералы. И потом в нашей школе рассказываю, как именно приглашать рефералов. И теперь самое главное, вообще, чем занимается этот сервис. То есть, это сервис по возврату средств с покупок. То есть, этот сервис, это площадка, где собраны более 300 магазинов. То есть, нажмем каталог магазинов и товаров, то вот вы видите, здесь каталог, много магазинов, здесь их более 300, самые знаменитые, начиная от AliExpress, TomTop и также MVideo, K. То есть в основном здесь около 300 магазинов российских, есть также здесь Эльдорадо украинский, но в основном вот около 300 магазинов российских. Здесь они каждый раз добавляются, все новые и новые магазины. Итак, что мы здесь имеем, то есть какой еще сопутствующий доход? Очень мало людей знают, что можно, во-первых, в интернете можно скупляться намного дешевле, потому что, во-первых, вы можете быстрее найти какие-то акции, и всегда в интернете цены, они дешевле, чем в самом магазине, потому что в интернете людям не надо платить за аренду магазина, за реализаторов и так далее. Поэтому цены в интернете всегда дешевле. Но самое главное, в интернете вы можете еще скупляться с кэшбэком. То есть кэшбэк — это возврат с покупок. Откуда берутся вот эти деньги, кэшбэк возвращается? То есть те магазины, вот, например, магазин, ну, например, давайте возьмем магазин MVideo, да, они продают мобильные телефоны. Но чтобы им успешно торговать, им нужно давать рекламу. И на рекламу предприятия, магазины тратят очень огромные деньги. Это, например, такие компании, как Coca-Cola, там уходят миллиарды долларов только на рекламу. То есть вы видели, по телевизору показывают рекламу, рекламируют там таблетки, да, какие-то бренды. И представьте, сколько стоит эта реклама. Это очень-очень дорого. Так вот, чтобы не платить за рекламу, есть такие сервисы, кэшбэк-сервисы, где предприятия, магазины размещают свои товары, то есть размещают свой магазин, и люди сюда приходят сами. Для чего? То есть вот я пришел сюда для чего? Я знаю, что здесь, если я буду совершать покупки, я буду получать возврат средств. Вот как видите, здесь написано процент. Вот, например, в AliExpress 60% за год я получу возврат. То есть, например, если я что-то куплю в AliExpress через вот эту площадку с AliExpress за $1000, то в течение года мне будет возвращено до 60%. Процентов, то есть до $600. И вот эти $600, они будут разбиты равными частями на год, и каждый день мне будет начисляться вот этот возврат средств. То есть вот именно так, по такому принципу, как и вот этот подарок. Вот почему здесь и дают этот подарок, чтобы вы могли протестировать сервис. Я думаю, вы поняли, что такое кэшбэк. И вот эти деньги, они берутся с рекламного фонда. Магазины, они в данном случае не тратят деньги на рекламу, им выгодней, чтобы я сам пришел, то есть я сам ищу эти магазины, сам товары с целью получить этот кэшбэк. И магазину это выгоднее, потому что, давая рекламу, магазин или предприятие, они не знают, получат они клиентов или не получат. Но здесь он знает, что, например, вот он отделил такой процент, например, там 20%, а он на рекламу может быть тратить 90%. Он лучше отдаст 20% нам, покупателям напрямую, но он гарантированно получает уже покупатель, то есть я гарантированно у него покупаю товар, и с этого товара просто мне возвращаются мои средства. То есть я думаю, вы с этим поняли, да, с откуда берется кэшбэк. То есть кэшбэк берется с рекламных денег. Поэтому вот эта вот площадка, она очень выгодна. То есть у меня было одно видео, где я записывал, что благодаря вот этому сервису Sales Processing, первое, вы и так совершаете каждый день какие-то покупки, то есть там батарейки, часы. Здесь вы можете купить все, все кроме продуктов. То есть любой промышленный товар, начиная от батареек там и заканчивая одеждой, косметикой, даже здесь заказывать можно услуги, даже получение, по-моему, кредита можно в банках
получать. То есть здесь, я же говорю, более 300 всяких магазинов и сервисов. Так вот, вы все равно каждый день скупляетесь. Но если вы будете скупляться в интернете с использованием вот этого сервиса Sales Processing и Cashback, вы сможете экономить до 50% вашего бюджета. Представьте, например, ваш семейный бюджет, вы, например, муж и жена работаете, и вы зарабатываете $1000 в месяц. Представьте, если вы будете пользоваться этим сервисом, вы $500 будете экономить ежемесячно. И эти $500 вы можете уже использовать, купить какую-то путевку и поехать классно отдохнуть. Представьте, за год вы можете собрать, например, $5000. То есть это классный отпуск. Вот так вот. И мало того, что вы можете здесь вот так выгодно скупляться, плюс приглашая сюда людей, а вы потом это научитесь делать. Я вам покажу, что у меня здесь вот около 3000 уже людей, которых я пригласил. И вот именно с этого вот у меня появляются вот эти денежки. $675, $500, которые я уже снял и так далее. Плюс, смотрите, это очень выгодно бизнесменам, кто занимается товарным бизнесом. То есть, используя этот сервис Sales Processing, мы можем, например, брать те же самые товары из Китая, получать вот эту 50% скидку. Например, я так заработал, продал 3 телефона просто своим знакомым. Я купил своей жене телефон в магазине Том из Китая и просто сидел у знакомых, рассказывал про этот телефон. Они говорят, а как ты так дешево купил? Я им рассказал про этот сервис, но они говорят, мы не хотим заморачиваться, купи нам, мы тебе дадим деньги и купи. И я купил сразу 3 телефона и заработал сразу же $100. Благодаря вот этому сайту Sales Processing за счет вот этого кэшбэка. То есть я купил, и деньги до сих пор мне начисляются, я до сих пор снимаю эти деньги вот с тех телефонов, которые я продал. И в будущем я вот сейчас скоро планирую запустить интернет-магазин, и товары я буду закупать или в Алиэкспрессе, или в Томтоне, и получать вот за счет вот этой скидки я смогу получать хорошие прибыли, то есть хороший оборот, хорошие инвестиции можно вкладывать. Я думаю, вы поняли принципы, преимущества этого сервиса, то есть здесь вы зарабатываете как сопутствующее, да, то есть вы делаете то же самое, что и делали, например, если вы скуплялись в интернете, то вы также само скупляетесь, только вы скупляетесь не напрямую в магазине, а через сервис Sales Processing и получаете вот эти вот бонусы в виде кэшбэка, которые вам будут начисляться, и плюс за рефералов и так далее, плюс еще и подарок, который вы получаете, вот как видели, я получил $8.5 просто подарок, просто так подарил мне вот этот сервис. Хорошо, я думаю, как начать здесь работать, понятно, если вам будет интересно, если вы не разберетесь там, как совершать покупки, во-первых, не бойтесь, здесь есть хорошая поддержка, вот здесь поддержка, они очень хорошо отвечают, помогают, также есть по России горячая линия, можете звонить на телефон. На этом все пока, я думаю, для начала работы достаточно, встретимся в следующем уроке, пока-пока.